крае сразу два буйных пассажира поезда будут наказаны за хулиганство. Если в первом случае подвыпивший мужчина размахивал в вагоне топором, то второй нарушитель оказался гурманом и разбил тарелку в вагоне-ресторане. Мужчине не понравилось, как приготовлено и нарезано мясо. По сути, разбил кусочки. Вот эту вот лишнюю хрень. Нормально, можете разговаривать? За дебош в вагоне-ресторане и сопротивление начальнику поезда бывший заключенный, житель Красноярска, был задержан на станции Ланская. Теперь ему грозит очередной срок до 7 лет тюрьмы. Второй нетрезвый пассажир может отправиться в колонию на 5 лет. 59-летний ранее судимый житель Бурятии начал ругаться матом, а в ответ на замечание достал топор. При досмотре у дебошира нашли нож, напильник, ножницы и отвертку. Известно, что со всем этим арсеналом он направлялся к родственникам в Железногорск. Оба уголовных дела направлены в Иланский районный суд.